Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на практически любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики, настрой и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. И, как всегда, помните, что ваши мысли, чувства и действия сегодня создают вашу реальность завтра. Поэтому старайтесь следить за тем, на чем вы концентрируетесь, о чем вы думаете, куда вы направляете свою энергию. Ведь то, куда вы направляете свою энергию, и происходит. Ну а сегодня посмотрим, какой же ваш путь, по мнению Таро, Луны и звезд. Новая колода, я уже делала на ней расклады, и попробуем сделать этот расклад. Путь, это имеется в виду, что же в ближайшее время было бы здорово сделать, не сделать, знать. Может, с кем-то какая-то встреча. Посмотрим, что нам сегодня расскажут карты. Как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Помните, улыбка меняет жизнь, улыбка улучшает жизнь. И чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Это, как всегда, что излучаем, то и получаем. Ну что, надеюсь, вы улыбнулись. Посмотрим, какой же ваш путь. Ну и первое, что я вижу, что на вашем пути есть очень много возможностей в самое ближайшее время. Если вы этих возможностей не видите, было бы здорово открыть глаза и проснуться. Знаете, вот потому что вижу здесь, очень многие из нас живут во сне. Мы встаем, мы одеваемся, чистим зубы, пьем кофе, едем на работу, работаем, приезжаем с работы, и вроде бы идет рутина, но мы очень многие вещи делаем неосознанно. И вот тут я вижу этот вариант, что на вашем пути есть очень много возможностей, которых вы почему-то на сегодняшний день не видите. Поэтому я вам и говорю, проснитесь, подумайте. Подумайте о том, что вы действительно хотите достичь в своей жизни. Что для вас важно. И что действительно ваши желания. И тогда я хочу сказать, что Вселенная, высшие силы, космос откроют вам безграничные возможности. У меня много слов пошло, и я не могла выбрать, какое сказать. Давайте же посмотрим, что же еще на пути. Ну вот идет рост, у вас на пути рост. Вот тут мы начинали из возможностей, это паж Пентакли, а сейчас идет уже рыцарь Пентакли. И говорит эта карта именно в аспекте пути. Первое, что она говорит, что доверяйте действительно себе. Доверие себе поможет расчистить ваш путь, расчистить вашу дорогу и показать вам, как же действительно достичь чего-то невероятного, чего-то прекрасного. Также для тех, кого интересуют девочки, на вашем пути очень скоро вы пересечетесь с молодым человеком, это мужчина старше 40, темненький, с темными волосами, с темными глазами, очень серьезный. Этот мужчина идет вам не для страстного романа. Никто не говорит, что этот мужчина не может быть страстным, но
этот мужчина больше настроен на серьезные, такие глобальные, даже можно сказать, брачные отношения. Он, если вот ему нравится женщина, он именно хочет с ней отношений, именно хочет совместное проживание, брак. Вот, и смотрит он очень-очень серьезно на женщину, с которой он решает встречаться. И вот у вас такой мужчина на пути в самое ближайшее время. Я сказала, я всегда выбираю месяц. Вот тут вас и ждет этот мужчина. Также смотрите, по этим двум картам у вас в ближайшее время идет определенное спокойствие, приобретение спокойствия, открытие себя именно более упорядоченной жизни, именно более гармоничной жизни. И такая вот нежность идет. Я не знаю, почему я вот это чувствую, но нежность имеется в виду, что вам станет легче, станет более гармоничнее идти по жизни. Каждодневная рутина может быть превращена в творчество тоже, чтобы было интереснее. И вот здесь, потому что идет рост от пажа до рыцаря, давайте вот даже так по мастям, то получается, что и у вас идет определенный ваш рост. Также это может быть и рост дохода. Это также может быть и изменение отношений в паре. Это для тех, кто уже в паре. Улучшение отношений, достижение взаимопонимания. Улучшение, кстати, это может быть и улучшение здоровья тоже. Вот тут это может проиграться у вас в любой сфере жизни. Это может быть смена должности, повышение в должности. Это может быть улучшение дел в вашем бизнесе, когда вы осознаете ваши возможности, которых у вас огромное количество, и начнете двигаться в сторону этих возможностей, то шансы на победу безграничны. Поэтому проснитесь и откройте себя жизни. Ну и итоговая карта. И вот тут вот лучшие карты и не могло прийти на вашем пути. Это мир, это достижение, это завершение цикла. Завершение цикла имеется в виду, что вы достигнете каких-то своих высот, вы достигнете каких-то результатов, вы достигнете чего-то, о чем вы, может быть, на сегодняшний день только мечтаете. Да, по тому, что вижу здесь, именно полное достижение вот всего того, что вы задумали. Это может быть какая-то одна большая цель, это может быть несколько мелких целей, которые приведут к какому-то определенному результату и к достижению чего-то большого. Тут я не вижу это в пределах месяца. Если говорить о достижении, то это возьмет где-то год-полтора у вас все вместе, потому что для некоторых из вас вы сегодня еще как слепой котенок, не видите ваших возможностей, не чувствуете их, но идет рост, идет развитие, и, соответственно, мир у ваших ног, и вы можете достичь всего, чего угодно на вашем пути.